теперь Алиса или Жюстин? Жюстин еще раз. Я. Теперь ты? Ну давай теперь ты. Нет, закрывай. Не подсматривать. Жуй. Что это такое? Помидорка. Помидорка, молодец. Как помидорка по-французски? Томат. Алис? Томат. Это тоже было. Давай, вот это еще. Теперь Алиса сушу. Мандаринка. Мандаринка. Как по-французски мандарин? Мандарин. Мандарин. Теперь Алис. Что это? Мандаринка. Мандаринка. Еще раз повторим. Мандарин. Мандарин. Кто теперь пробует? Яблочко. Как по-французски яблоко? Une pomme. Une pomme. Яблоко по-французски? Une pomme. Да. Что, теперь Алис? Что это было? Яблочко. Еще раз. Пом-пом. Прожевала? Давай попробуешь последнее. Ну-ка. Что же это такое? Огурчик. Это огурчик. Как по-французски огурец? Ан-кон-кон. Огурчики лопаешь. Нет. Понравилось? Во. Тебе понравилось? Нет. Так это ты почему ты А зачем берешь? Возьми что-то другое. А виноградик вот, мандаринки держи, да, яблочки. А это белое. Ну хорошо, это не ешь. А это? Это кисенька. На этом наш сегодняшний урок закончен. Au revoir, les amis. Au revoir. У нас, amis.